Всем привет, с вами Дедик, и мы будем безумной. Мы находимся где-то в самой заднице мира. Хотим, пытаемся только не отвоевать один лагерь, какой бы там системы, потому что в игре пройдено уже довольно-таки много. Остались прям буквально самые-самые мелочи. Смотри, не упадет жестянка. Давай-давай, иди к Эльциде. Привет. Смотри, мой мятежный друг, смотри и внимай. Это место будет создано для того, чтобы изымать богатство слабых. Оба входа хорошо охраняются. Мой тебе совет. Пройди низом, подо всеми этими рубежами, и вставь им фитиль прямо в задницу. Это по-нашему, это мы любим. Окей. Завал. Оба входа, ведущие в эту крепость, на мосту заминированы. Зайдя сбоку, можно добраться до нижней части моста. Под восточной стороной есть тайный проход. Под мостом спрятано несколько топливных баков. В лагере есть груженный ломовоз. Груженный ломовоз. Угу. Когда последний раз мы использовали лом, объясните мне. Я вот вообще не помню. Просто вообще не помню. Давай пока. Так, это что такое? Бум-установка. Тебя из скимперки не снять. О! Вот что сделаем. Баба! Шикарно. Дальше. Это вроде бы просто тряпочка. О, горван. Пока. Неужели они не удивляются, почему у них горваны и всякие прочие другие умирают? Лом, у тебя сейчас как несчастный случай на производстве. Вообще-то я стрелял по бочке. А почему ты попал по снайперу? Отрикошетил, что ли? Я вот так вот хотел сделать. Так, что там у нас еще? Опять бум-установка. О, кемпер. Пока, кемпер. И вроде бы все. Ничего. Так, он говорил, под лагерем что-то там у него спрятано. Это вот тут, что ли, где-то? Ничего не вижу. Мы устраним дрона. Замечательно. Всю жизнь мечтал. Хорошо. Давайте отправляемся. А чем мы попробуем? Давай попробуем симулировать. О, побежка. Хорошо, мы немного надо, мы немного ползу. А чё бы нет? Давай пока. Да. Теперь давай. Цистерна, точнее, то, что от нее осталось, да? Пока. Ух ты, Марс, Марс у нас как-то пошатнулся даже. Серьезно, ты умеешь так делать? Диагноз у нас прям вообще хуйню пробивание. Раз и сто. Кто там? Интересно, как сильно этот лагерь поднят по тревоге, там кто-то приедет или еще что-то. Если мы все разрушим, а бум-установку не уничтожим. Каков будет такой вариант развития? Это точно так же, как мне интересно по поводу Скайрима. Если играть за оборотней и стать каннибалом. Оборотень-каннибал, это нечто. Окей, я понял. Поджечь, бросить, отойти. Воу! Мне даже самому не пришлось ничего делать. Конечно, ты не можешь туда зайти. Как я мог подумать о том, что ты можешь туда зайти. Это было бы неимоверно глупо. Наверх надо забраться, может, там что-то есть, но... А, там ломи, кстати, есть. Кстати, а я уж уезжать собрался. Потом бы искал его всю оставшуюся игру. Где он, где он? Да где эта зараза? А, вот он где. Забери. Оп.
Итак, 2 из 8. А что у нас вообще почем? А, еще 6 стерем, 3 эмблемы и 6 оника. Хорошо. Мне непонятно, данные лагеря, они вроде простые, но сложность показана у них как пятерка. За что? За что удаете им пятерку? Ничто так не ободряет, как глоток утренний. Замечательно. Чё, погнали дальше, сейчас попробуем. Немножечко прокатиться. Так, я там что-то видел. Вот эту вот дуру можно что-то как-то карпуном? Нет, серьезно? А, стой, вон у нас. Оп! Эй! Эмблемочка готова. Можно на машине разъезжать. Тихо. Сначала к себе, а? Можно же было. Если я вот так вот сделаю. Понятно. Давай, жестянка, перезаряжай быстрее. Почему нет навыка, который позволяет перезарядить? О! Хе-хе! Прикольно, я даже не прицелился. Автоприцел как сработался. Нет перка, который позволяет как бы быстрее перезаряжать. Грампун. Было бы круто, я считаю. Не, чувак, я в тебя не хочу. Я в него эти попаду по-любому. Ау! Хорошо, где там бомбануло. Пусти в мясо. Я знаю, я там, наверное, вам обоз разбил. Слово модный бьюз. Ох, ничего себе. То есть если. А, у него ограничение взрыва. Понял. Машинка, что с тобой? Красавец. Привет! Так. Все, защита рычага. Что же я могу делать? Машина на больше не нужна, в принципе. Я починю. Чини. Я пока с этим разберусь. Красава! Типа смотри. Оу! Это он меня обнял, или я его обнял, я немного заметил. Странно, все быстро произошло. Наверное, он меня, это не обнимашки любит. А, наверх, давай сгоняем наверх, вдруг там тоже где-нибудь его прятан. Хотя, в принципе, лагерь не так уж большой, если посмотреть. За что пятер? За бомбушки что-нибудь? Забрали. Ломовоз мы взорвали. Оп. Я не понимаю, где можно было внизу здесь забраться. Вроде бы проход-то не деньги. Я тут параллельно еще другая игрушка открыта, так что я немножко отвлекаюсь, ребят. За что простить, прошу меня. Молчаливый вот. Чувак, я надеюсь, ты знал, что ты делал. Не переживай, у меня такие же фейлы были. Давай возьмем эту штуку, я не знаю, для чего она мне нужна. Если кому-нибудь встречу, обязательно затыкаю ее до смерти. Чувак. Ну как так, а? Есть еще здесь кто-нибудь, что-нибудь, как-нибудь? Две эмблемы надо еще найти. Я пока ни одной не вижу. 2 из 8. 2 из 3 уже эмблемы. А, то есть она, наверное, была где-то вон там. Но осталось найти еще одну. Ну, где-нибудь внизу, наверное, зашкирилась. Так, ролик. Сегодня, кстати, сбылась моя мечта идиота, как принято говорить. Прикупил Watch Dogs, так что, ребята, если на... Все получится, ночью будет стрим. Именно ночью, потому что до выхода игры на момент записи ролика где-то еще 15 часов написали.
я не знаю, сколько это? Сейчас сколько? 15 часов, а сколько это? Сколько у нас сейчас? Где мои часы? Ну ладно, неважно. Если когда вечером приду после работы, после всех дел, и окажется то, что игра доступна, все, сразу же стрим на несколько часов и первый взгляд прохождения и все дела. Я прям жажду ее. К сожалению, не смог я набрать сумму необходимую на делюкс издание. Но можно это. Ой, в смысле на делюкс, на золотое издание. Я купил только делюкс. Там не хватило буквально 1000. Ну хотя бы так. Я надеюсь, то, что в будущем можно будет докупить отдельно сезон пас, потому что это как бы очень ценный контент, я посмотрел. Там и кооператив дополнительный, и миссии, и еще что-то, и еще что-то. Прям как очень многие люди засели в GTA-шку, я, наверное, засяду в Watch Dogs. Все. Потом перепроходить я буду. Если там возможно New Game Plus, буду ее перепроходить. Хотя на своей памяти я только одну игру перепроходил, две игры перепроходил несколько раз. Это Ведьмак? Ой, Ведьмак. А, какого? Сталкер. И этот, сейчас скажу, как называется, Сакрет первый. Вот эти игры мне реально доставили удовольствие, прям большое удовольствие. Хоп, здесь что? Тихо, падай. Здесь, наверное, тоже что-то предполагалось. Ни реликвий прошлого, ничего нету. Цистерна. Наверное, все оставшиеся. 3 из 8. Ну, давай раскинем. Так. Поджигаем. Оп. Четыре из 8. Я думал, тут все 4 штуки будет. Цистерна как бы по факту 4. У разработчиков свои мысли на этот счет. И если я там прыгну, я, наверное, провалюсь, да? Пожалуй, тогда лучше не стоит этого делать. Давайте вот сюда, что ли, сходим. Где-то должен быть спуск вниз. Логический, правильный. Или я там должен прямо снизу зайти? Непонятная ситуация. Может быть, за такие вот головоломки дали сложность? А, наконечники забрали. А может быть... А, во, лестница. Ну, Макс. Ну, Макс. Хоп. Стоит этого делать или не стоит этого делать? Черт. Тихо. Хоп. Красава. Все по доброте, ну да, немножко прихрамываешь, но что ж такого-то. А вон там, по-моему, эмблема. Такой огонек обычно только от эмблемы бывает. И кинетик прав. Ей! Шикарно. Еще раз повторю, я немного сейчас скидываюсь на две игры, чтобы и там успеть, потому что времени у меня немного, немного. Оу! Только не все. А, еще две. Еще одна. Мы имеем 7 из 8, 3 из 3. И надо найти еще один ломик и последний канистр. Канистра, наверное, где-то наверху. Вода, которая мне не нужна. Патроны, которые, ну, если заточки, то пригодятся. Где ломик? Мы тут были. А, это тут типа канистры последние, да? Не, ни хрена, со мной фокус не пройдет. Я сначала хочу забрать его. Вы не поверите, но он прямо над цистерной. Прямо над последней цистерной. Хоп. Все, окей. Значит, мы имеем все из всего, и последнюю цистерну мы сейчас взрываем. И не такая уж она и сложная.
эта миссия. Шикарно! Еще бы он побрибил. Макс, ну ты чего? Завал, уничтожить систему. Врагов больше нет. Ваши союзники замародировали это место. Теперь будут регулярно поставлять вам партию наркоты. В смысле лома. Двоечка, единичка. Эй, круто. В гараже доступно новое улучшение. Не то. Тихо. Опаньки, движок. У нас новый движок. Огромный ВВ-8. Вошить. Давай. О, с черепком. Курсант тогда хотел, чтобы я постепенно менял все двигатели. Ну вот, так и случилось. А слушай, у нас же тут это есть. Трамплинка. Трамплинчик. Жестянка, давай сюда. Он мимо проел? Я тебя нашел. Радость моя, садись в машину. Как звучит? Ну, эпичненько. А где трамплин? Показан у нас трамплин. Нет, не это трамплин. А, по-моему, он там что-то. Конечно, не ошибаться. Но, это не трамплин. Ребята, вы тут трамплин не видали? Нет? Че ты визжишь? Трамплин, говорю, не видели? Нет? Окей. Ладно. Будем тогда эту штуку разрушать. Мечта генетика сбылась. Большое подобное. Куда ты? Иди ко мне. Так вот. Красава. Бензин, правда, почти не осталось. А все. Так, значит. А в принципе мы можем в лагерь вернуться, там забрать бензин. Но нам бензина хватит, я думаю. Сейчас главное тросом, по-моему, где-то найти уязвимое место в этой дуре. Потому что я в упор не помню. Как ее вскрывать? Зачем-то можно труп спануть. Наверх с другой стороны. Роу. Да. А вон, секунду, вывалить. Он даже не едет. А вот, типа, если это такой мощный слоу-мо. Нажмите, чтобы быстро выдернуть. А надо, да? Да, надо. Ну, а тут уже вообще все просто. О! О! Так-то лучше. Гораздо лучше. Я уж испугался, что кино не будет. Все эти дополнительные миссии я тоже буду проходить. Я думаю, наверное, опять же, без вас. Вам только еще гонки покажу. То есть, какие планы? Планы в видео показать, как мы захватываем лагеря, кстати, вон у нас ближайший. Давай к нему отправимся. Вот. И гонки. Все остальное, я думаю, сделаю сам. Только в конце покажу финальную миссию с абсолютно полным прохождением. Чтобы вы удостоверились, что мы прохождение действительно полное. Я же напишу не просто полное прохождение. Мне нравится все следить. А потом занес их полотно уже нашим приятелям. Кто здесь? Че это было сейчас такое? Хорошо. Нас отсюда все. Где? Где? А. Привет. Территория Красноглазки, блин. Кстати, Красноглазка в городе, если чем. Я когда недавно зашел в лагерь, но задание найти на корабле, уехать и такое. Но, тем не менее, она находится у себя в лагере. Я не знаю, почему так происходит, но факт. Может быть, люк, может быть, подработка, но она у себя там спокойненько сидит на втором этаже своей коляски.
маски. Довольно жизнь. Если это исходится. Не то уж наши дороги. Наши дороги самые лучшие дороги в мире. Если жить в Америке. Или в Беларуси. Воу! Тихо-тихо, не надо нас тут сжимать. Давай же, Сен, перезаряжай. Следующий. А мы снайпер наверху есть, да? Вроде бы. И теперь ты. Так. Я думаю, это уже можно при помощи гарпуна уничтожить. Ну, ну давай. Тяните машину. А я что потом здесь? Менс одна вышка. Но я там вроде уже всех убил. Я когда не проезжал, снайпер хитился. Давай. Отлично. Красавец там уже стена. А где? Кто еще? А, окей. Все, защитный рубеж уничтожен. Что нам здесь надо сделать? Давайте смотреть. 5 эмблем. 11 лома убить курка. Хорошо. Давай попробуем убить курка. А есть какие-то информаторы на карте? Нет, ничего. Окей. Зачем мне сюда забираться? Объясните. Зачем мне сюда залезать? Тут нет абсолютно ничего. Прям вообще ничего. Может быть только ломик в автобусе или нет? Не догадались? Не, забейте. Забейте. Забудьте и забейте. В автобусе лома нет. Хотя можно было бы и спрятать. Чисто ради интереса. Может туда на машине надо, а я как дурак пешком пошел. Может там шестянка-то еще пригодится сейчас. Дорога-то вроде бы позволяет. Чего бы? Че это было? Че-то взорвалось. Че взорвалось? Ребята. Смотри, реально может быть машина. Так, и. Ограничение взрыв? Нет, смотри. Конечно. Ограничение гарпуна. О, эмблемку вижу. Эй, смотри, текстуры, мать твою, чё происходит? What the fuck? Игра. У нас там чё, антигравитация, что ли? Невесомость? Пока. Не заходи. В каждой серии игры я говорю то, что в этой игре преследует меня какая-то мистическая херня. Я повторю эту фразу снова. Вот. Наглядный пример. Может, я не поеду туда? Может, ну его нахер? Может, у нас там ведьмы из третьего Ведьмака? Это нормально вообще? Игра. За что ты так со мной? Смотри, так висит. Ладно, сделаем вид, то, что все нормально. О, ломовоз. Я тебя, наверное, потом возьму. Забирай патроны пока что. Патроны, а не лом. Хотя вам тоже возьму. Жестянка нас перенесла через машину. Так, ломовоз. Хорошо. Забирай. А, ешь. Все, путаюсь. Так, на чем я остановился? Ты меня, блядь, отвлекли. Ломовоз, лом. Ага, все, пошли. Значит, одна эмблема, два лома и убить курка. Убить курка. Давайте убьем курка. Может, сюда все-таки можно, но может? А, не, нельзя все. Ты сейчас что такое был, Макс, я не знаю. Стой. Давай мясо просто сделаем. Берешь, поджигаешь, кидаешь.
два, ребят, пока. И я еще остался похоже, да? Зашибись. Просто зашибись. Смакс. Не туда. О. Давай, ну ты прошу. Так, забрали. В смысле, ногу его забрали. Ну добей. Красава. Ну, жоти. Жутаротик, или жутаротик забрали. А с ним. Ну, можно и так его просто добить хотя. То, что я подвергаю критике твои методы. Просто 5 жестянка. Красава. Так. Здесь у нас еще одного посмотрим. Что? Не то, чтобы я подвергаю критике твои методы. Молодец, жестян. Все что ли? Вот, желторотик мне нужен. Блин! Ну нечестно. О! Правда, они почему-то от этого не умирают, это очень странно. Ты третий пошел. Опка, вот похоже. О, не жалко. Во! Ждет. Ну и последний. Давай мы с тобой сделаем куда проще. Оп. Он вернулся? То есть прицел был нацелен на него, а он вернулся. Во! Штяк. Замечательно. Что-то у меня здоровье как-то не ахти. Я сам только об этом только что заметил. Ладно. Надеюсь, еда там будет где-нибудь пилить. И я предлагаю взять еще одну штуку. На всякий случай. Они все равно бесконечны. Просто, как говорится, ну вот. На всякий случай. Кстати, а можно при помощи нее, допустим, взорвать лестницу? Чтобы снять ее? Да, нет. Наверное, нет. Читерством было бы. Нет, но мы зато знаем, что наверху есть вода. Может быть, еще и еда где-то есть? Я не знаю почему, но что-то мне эту комнатушку напомнила. Поворот тоже в подобном местности, но в какой-то другой игре. Я не помню в какой, но в какой-то было что-то подобное. Ну да. Пускай он там есть. О, лом! Почему тебя не видел? Почему тебя не видел? Какой я сегодня внимательный. Варда? Да блин, да как? Как я сюда попал? Что за мистическое место? Пей. И наполняй. Давай. Ты сможешь. Ты у нас мастер по джиму. Воды, лома и денег. Способен 100%. Ну вот, я же говорил. Ну, там еще чуть-чуть есть. Ладно, оставим. Погоди. А как? Это... А, вот. Все. Сейчас заберем бомбалку. Жалко, несколько с собой нельзя взять. Я бы прям радовался. А, так там два источника воды получается. Я просто мимо одного прошел. И ломик еще наверху. Так, в эти то есть. А, я пошел вон туда, а тут еще вот так можно было завернуть. Блин, окей. Чтобы по-тихому вернули. Who there?
Эй! Какого черта? Я вообще-то Е нажал, а он бросил. И все. То есть он просто так тут сидел, жрал угли? Серьезно, что ли? Нифига не придет. Бросай. Это что, к нам еще пригодится? 3 из 5. Так, вижу ломик, вижу надпись CTGN. Ничего не обозначающее, ничего нам не дающее. Нам надо куда-то наверх. Ты чё? Шикарно. Так, еще один. Еще один. Прям радуйте меня сегодня. Как быстро. Так, ты палку не потерял? Потерял. Конечно же, ты ее уже потерял. 5 из 11 и 2 из 5 осталось. А наверх мне где залезть? Там, наверное, правда, уже будет вход обратно-назад. Ладно, пошли. Вот этому лагерю можно присвоить степень сложности 5. А тому, в котором мы с вами были до этого, ну никак нет. Там на 3 где-нибудь потянет. Идем нам сюда, потому что нового выхода я просто не вижу. Макс, тебе удобно вообще с ней ходить? За спину бы. Оу. Давай еще раз. О. Макс, как ты это делаешь? Красота. Я просто кофе допил. Ломик. Просто кофе такая вещь, которую не надо пить горячим, но не надо пить холодным. Ну, лично мое такое мнение. Тем более, если это вареный кофе, а не растворимый. О, эмблема. Растворимый я кофе в принципе не люблю, он какой-то кислый. Тем более, не буду называть марку. Просто есть одна марка очень известного кофе, название которого начинается на букву N. Вот. А где? А, папа там, да. Вот, и по мне он слишком уж кислый. Не знаю, почему вкус у него прям как это. А вода где-то сверху была? Нет? Или нет тут? Может, мы поспим, отдохнем? Матрасик есть как бы. Погодка позволяет. И не важно то, что где-то босс. Я представляю, как вообще все это выглядит. То есть сидит где-то там босс на локации и ждет, когда кинетик придет, его убьет. Ну как? Да где же он там? Блин, да чё он опаздывает? Да чё за дела такие? Ну ладно, посижу еще. Чем бы мне заняться? А я не буду ничего делать. Я же босс, я заскриптован тут сидеть. Подожду, пока к нам придет кинетик и убьет меня. Нормально. Нормальный расклад событий. Все, что ли, сушил? Наполняй давай. И дальше пойдем. Интересно то, что про босса нам ни слова не сказали. А, так у нас вообще здесь информатора-то не было. Поэтому и не сказали. Вот тут лестница, кажется. Я уйду отсюда. Вот лестница. Погоди, погоди, погоди. Во! То есть там именно туда нам и надо. Погоди. А что здесь там? Тут и ломик. 9 из 11, еще у нас получается одна эмблема, 2 лома. Так. Одна эмблема, 2 лома. То есть я поднялся наверх. Там у нас вода, а там босс. Ну хорошо, мы пошли. Ну да. Так я быстро сбегаю. Да, там ничего нет. Ну, раз уж ничего нет, то давайте отправимся к боссу. А где он, кстати? Я вижу Гравана, кстати. Я ждал тебя. Готовил засаду. Твой череп станет украшением на капоте моей машины. У меня одна бомбалка. Кого бить, Гравана или босса? Кстати, воу-воу-воу-воу-воу. У нас... Эй!
где он? Я один. Устранил. Мне очень интересно ПВП. Так, бомбал у нас есть. Можно его убить дрона? Точнее, босса? Ну, заточку. Отлично. Вот, можно было бы бить босса с горлана. О, ты его можешь бить? Да. Хрена? Че за обнимашки пошли? Не люблю я обнимашки, не девушка-то мне. Чтоб меня обнимать. Это было эпично. Макс, не надо. Не надо тебе кого бить дробовика. Я бы кинул бомбалку в том дядьку, но... Но я только разобью его щит. Чё, так останавливаешься, что ли? Вот так вот, хрена? Добивай, добивай. Красиво. Кстати, я надеялся, то, что ему череп разможет потерять. Но, видимо, я зря надеялся. А чё босс тут нам не придёт? Привет, нога. Да, нога. Тут вообще вам сгорел. Горел на работе. А это у нас уже как бы сам босс пошел. О, слушай, а можно его проткнуть? Видимо, нельзя. Я готов. Беги на меня. Разорву твое личико пополам. Давай попробуем. Оп. Заточка, серьезно? Его надо бить заточкой, что как скучно. Доспех, чист. Макс, не надо тебе сидеть. Ему надо тебе не надо. Да что ж такое? Так, надо еще за жизнью следить. Я смерть, я рок, я избавлю тебя от страданий. Давай так же попробуем. Оп. Чё-то было. Не-не-не-не-не-не. Черт, склады, понимаешь. Ты, чувак, довольно простой. Вот, тоже огонь. Отпалили. Еще разок, еще одна. Вообще назовется эту блика. Хлоп. Назад. Не-не-не-не-не-не-не. Кинетик, живи. В смысле, Макс, живи. Что я кинетик живи? В чате кто тогда предложил? Кинетик. Ну, не, нафиг, я не буду рисковать. Лучше воды попить. Хотя такой нуарный кино. Все краски мира открыто достижение. Ей! Капля! Лагерь говоря, капля, врагов больше нет. Капля у нас вроде курортом. Почему капля? 4 из 5, ну да, 9 из 11. Я думаю, сейчас где-нибудь здесь это найдем. Доступна новая краска. Для чего? Уровень угрозы понижен территории красной краски. Оп, сразу так. На 25%. Отлично. Минус 1. Там где-то внизу еда была, и, по-моему, я их уже использовал. Ну, давайте так попробуем. Почему бы и нет? С него там еще какие-то трофеи можно было собрать. Значит, одна эмблема, два лома. Одна эмблема, два лома. А вот один ломик. Надеюсь, эмблем нигде, там внизу не пустит. Мало того, что ящик надо вскрыть, его еще надо потом залутать. Вот вижу эмблему. И еще один ломик у нас где-то получается. Давай пока.
5 из 5. Один ломик. Лом один, да? Оружие. Нафиг. А где он сидел? Где его трон? Не в автобусе же он сидел. В самом деле. Или... Да нет. Че, реально? Он сидел в автобусе или где-то он там наверху, может быть? Кстати, а может туда наверх можно как-то забраться? А я тут туплю. Может быть, и лом последний у нас именно там. Или нет? Довольно странно. Ладно, сейчас поищем. И как всегда, все в самом начале. Вот, вот он, зараза. Это у нас... помните, где чувак сидел, угли жрал? Вот, вот здесь, здесь, значит, такой след крови. И, собственно... Та-да! 11 из 11. Капля, врагов больше нет. 100% прохождения. Замечательно. Где тут наши братки? Обычно лагерь захватывают наши братки и начинают все распиливать, разоружать, разбирать и мне потом переправлять. О, вода. Давай ставки заберем. Но сейчас я почему-то никого не наблюдаю. Да. 101% воды. Это что за глюк? У нас 101% еще ни разу не было. Ну хорошо. Что, все получается? Отсюда мы уходим. А, во, братки, привет. Они начали с обхода, да? Чёрт, ты в курсе то, что цемент? Нашлось, чем цены для нас или для шедевра? Ну да, краска. Кстати, краска. Давайте краску сразу посмотрим. Нет, тут украшение на капот. Кукол-демон. Давай. Текущий грозный баран. Я запомню. Ну, такое, если честно. Не, где мой любимый баран? Где мой грозный баран? Так, а пустынный череп. Детка. Что за детка? Да. Одно другого хуже. Разгромите конвой песчаные каньоны. Хорошо. Так, роковая челюсть. А, это у нас уже стоит, да? На капот? Нет, у нас на багажнике, по-моему, было. Так, давай. А, погоди, погоди, погоди. Где там баран-то у нас был? Это что? Зверь в шлеме? Священный символ дикой мощи и скорости. О! Ну, давайте его пока поставим. Краска. Кузов. Краска. Камуфляж. Золотая кровь. По-моему, вот это у нас будет. Да. Ну. Ну. Признаюсь, у меня были мысли, когда-то я мечтал о золотом Ламборджини. Просто я увидел какой-то Ламборджини, не помню точную модель. Вот, перекрасил в шопе, в фотошопе в золотой цвет, и я прям такой, вау, я хочу эту машину. Но, как говорится, прав у меня нет, а машины у меня тоже нет, так что мне это не светит. Ну давайте оставим, погоняем, только вот цвет наклеечки, наверное, надо сменить. Где она? Нитро, 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 нет, не нитро, вот, клейки. Так, у нас, значит, скрещенное оружие, давай какой-нибудь синий попробуем, как будет вообще на золотом смотреться. Кстати, неплохо. Вообще так нормально. Все, друзья. Давайте сейчас куда-нибудь прыгнем. Вот сюда, допустим. Чтобы посмотреть, как наша машина выглядит в свете. Событий. И там же будем заканчивать. Вот она. Красавица. Спереди у нас такой шлемак. Сзади по-прежнему адская челюсть с тремя банками. Там написано Mad Max, по-моему. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Погоди, погоди, погоди. Ну да, Mad Max. Mad Max пунчит. Хей. Шикарно. Давайте еще немножко проедемся. В общем, как-то вот так ездить с вами. Выглядит наша машинка. В золотом цвете. Спрашивайте, даже стоит.
Если видео понравилось, не забывайте ставить пальцы вверх, подписывайтесь на Twitch, на YouTube, на другие, на свой канал, на скорбле Twitter, чтобы я туда вам просто новости скидывал, много стримов и всего-всего остального. Ну а я с вами на этом прощаюсь, меня зовут Генетик, как у нас всегда, Безумный Макс. Всего хорошего, ребят, увидимся, пока.